Не подскажете? Я деревню ищу, Сарсаскуль. Вот здесь мои родители живут. Твои бабушки и дедушка. Мама! Папа! Я сюда приехал, чтобы тебя отсюда забрать. А куда ты хочешь меня увезти, сынок? У меня тут семья. Что еще нужно для счастья? Я хочу, чтобы ты его выпроводил отсюда. Они ж как дети. Я им нужен. Ты мне нужен. Почитай. Они любят, когда ты читаешь. Папа очень сильно любил меня. Что это совместно? Зачем меня запер? Николай, поклева на Санкт-Петербург. Не надо было к ней ходить. Он тормозил. Здесь нет жизни. Ломайте забор! Будем жечь костер! Хорошо, я поеду с тобой. Только дай я со всеми попрощаюсь.